Всем здравствуйте, с вами на связи Елена, я приветствую вас на своем канале. И прежде чем я начну расклад, очень важная для меня информация, главное, чтобы ее не забыть. Недавно я получила донат от анонима, конечно же, и я хочу вас поблагодарить с одной стороны и с другой стороны. Хочу попросить вас, для меня очень важно, чтобы вы оставляли имя. Почему? Потому что я хочу публично благодарить вас за ваши действия. Конечно же, ваше право оставаться анонимом, но мне так приятно. Почему? Потому что на эти деньги я их собираю и потом обновляю свои колоды Таро. Но в любом случае, я хочу поблагодарить вас за этот донат. Я надеюсь, вы знаете, о ком речь идет. Я не знаю, но мне было очень приятно, очень неожиданно, и я порадовалась. Поэтому я себе отметила галочку, да, в следующем рассказе, прям, который я буду делать. Очень-очень важно. Не забудьте поблагодарить этого человечка за его жест, за проявление, скорее всего, уважение, я так понимаю, что что-то ценное, видимо, в каком-то из моих раскладов, либо в моей работе вы нашли для себя, и вот это вот откликнулось в таком вашем жесте. Я вас искренне благодарю. Итак, мы с вами приступаем. У нас сегодня будут три позиции, как обычно. Значит, голубой камешек, зелененький и красненький. Первая, вторая и третья позиции. Пока вы выбираете, я расскажу, о чем у нас с вами будет расклад. Расклад называется «К чему стремится моя душа?». И именно в разрезе «Здесь и сейчас» мы всегда смотрим, я напоминаю, в разрезе «Здесь и сейчас». На данном этапе отрезки жизни, не знаю, называйте как хотите. Так. Надеюсь, в этого времени было достаточно. Так, отодвигаю сюда. И мы с вами приступаем. Позиция номер один, голубенький камешек. К чему стремится моя душа? Как ни странно, обычно у меня единички достаточно логичны. Ну, то есть больше акцент делают на разум, но здесь карта как раз-таки показывает о том, что ваша душа стремится к любви, ваша душа стремится к чувствованию, к проявлениям этих чувств, но она очень не уверена на данном этапе. Почему? Потому что есть какой-то прошлый опыт, достаточно болезненный, но я бы сказала, знаете, даже какой-то кризис, кризис эмоциональный был в вашей жизни, либо он продолжается уже долгое время. Здесь ощущение того, что у вас достаточно эмоций, достаточно вот этих вот чувств, да, вы можете, хотела сказать готово, но как-то сдержалась, еще не совсем уверена, мы можем посмотреть, конечно же. Я бы сказала, присутствует некое такое желание разделить эти чувства с кем-то, но в силу того, что у вас был какой-то, опять-таки, повторюсь, кризис именно в отношениях, может быть, это и не в одних, да, а какая-то вот повторная ситуация, когда вы вкладывались больше, ощущение того, что ваша душа намного зрелая, нежели ваш партнер потенциальный, ваше восприятие, что касается чувств, что касается эмоций, что касается любви, она намного, знаете, душа-то ваша зрелая, и поэтому ваше отношение именно к чувствам, оно такое, ну, достаточно зрелое. Для вас это важно было. Возможно, здесь вы встречали партнеров, которые либо не умели выражать свои чувства, либо им это не надо было. То есть здесь акцент больше был на некой такой, знаете, духовной бедности. Либо был у вас период такой, когда вы больше акцент делали на материальный мир, а чувствительный мир отошел на второй план. Но в любом случае, как бы то ни было, да, что бы у вас сейчас в жизни происходило, будь то это, ну, проблема, допустим, с финансами, да,
Либо, наоборот, вы что-то здесь начинаете, выстраиваете, да, в материальном мире, да, хотите построить некую такую стабильность, да, либо начинаете какой-то новый путь, может быть, даже новые отношения. Не суть. Главное то, что ваша душа хочет любви. Ваша душа хочет проявления именно эмоционально. Это может быть не обязательно отношения межличностные. Это может быть усталость от того, что вы постоянно контролируете свои эмоции, что вы не можете выплеснуть их, вы не можете выразить, высказаться. Причины здесь могут быть разные, но ваша душа стремится как раз-таки именно к выражению эмоциональности и любви. Вот эпическое Таро нам здесь как раз-таки и говорит, что вы как будто бы стали заложником каких-то своих идей, и я могу предположить, что здесь как-то связано именно с профессиональной сферой. То есть вы очень много уделяете места как какой-то вот своей проявления себя в социуме, да, либо достижения каких-то своих целей, и вы как будто бы стали, понимаете, здесь уже идет некая такая усталость, да. Карта так она и называется, в принципе, да, заложник каких-то своих идей, когда вы уже не управляете, вы не можете управлять самим собой. То есть вас уже настолько вот эти вот ваши обязанности, да, вот это вот ваши нужды настолько вас поглощают, что вы уже забыли, как жить для себя. Вот здесь вот карты как раз таки говорят, во-первых, не хватает какого-то огня, не хватает стихии огня, как раз таки вот этих движений, да, но движений заново. Именно понимание того, что какой-то этап в вашей жизни уже завершен, поэтому я и говорю о кризисе и одновременно начался какой-то новый этап, и исходя из вашего прошлого опыта, вы уже опираясь на него, можете заново начать писать свою книгу, причем писать так, как вы хотите. Здесь у вас достаточное количество знаний и опыта, но у вас нету доверия. Здесь нету доверия именно те знания, которые есть, причем именно в контексте эмоций. Да, их применить. Вам просто нужно, знаете, вот как-то шагнуть вот в эту бездну, да, довериться и все, что вы уже знаете, да, начать применять на практике. Да, здесь, понимаете, у вас произошло, еще одна карта говорит о том, что, возможно, это даже этот год он вам показал, высветил большой цикл вашей жизни, который завершился. Здесь как будто бы произошло перерождение, да, вас заново, вы как будто бы осознали какие-то свои ошибки, но не нужно на них смотреть в контексте того, что вот это грабли. Здесь такое ощущение, что это было, ну, предначерчено, да, то есть вы должны были это пройти, вы должны были на это наступить, в чем-то разочароваться для того, чтобы как-то вот повзрослеть и переосознать. Здесь была прям вот весь год, мне кажется, был он такой достаточно глубокий, переоценка ценностей была. И именно в понимании того, кто какую роль проигрывает. Здесь, возможно, вы даже пересматривали свои какую-то гендерную принадлежность, да, в плане ролей. То есть, допустим, какая роль все-таки у женщины, да, и почему она именно такая, и кто так сказал, и как я хочу себя вести, и как я себя вижу. Здесь не обязательно, что вот если, допустим, вы женщина, вы должны себя вести как женщина. Здесь вот такое вот ощущение, что если вы понимаете, что вы достаточно активная, достаточно такая, не то чтобы воинственная, а женщина-лидер по своей природе, по своей натуре, как мы говорим, бизнес-вумен, не надо, и при этом периодически слышите о том, что надо быть мягкой, надо быть пушистой, вы понимаете, что это не ваша природа, что вам нужно будет себя поломать полностью для того, чтобы создать то, кем вы не являетесь. Вот здесь вот была очень глубокая переоценка, и вы... Кто-то пересматривал именно взаимоотношения родителей в семье, да, либо пересматривал, как женщины в вашей семье, да, там бабушки, мамы, тети, может быть, как они выстраивают семью. Кто-то здесь пересматривал именно
ценности непосредственно связаны с семьей. Кто-то здесь действительно работал над собой. Я извиняюсь, что я постоянно как-то чешу свое лицо, да, и, может быть, звук мешает, но когда приходят учителя, я уже неоднократно про это говорила, у меня начинает чесаться нос. И я, к сожалению, ничего не могу с этим поделать. Как закончу расклад, это проходит. То есть вот так вот общение с моим учителем. Здесь как раз-таки пришло к вам такое, знаете, глубокое понимание ролей, какая у кого роль, кто, опять-таки, кто за что ответственный, хотела сказать, и сразу пошла мысль, так быстро бегут. Пошла такая информация о том, что вы как будто бы понимаете, что вот этот вот цикл завершен, я в нем проигрывала вот эту роль, все, я поняла ее, осознала, я поняла этот урок, и мне теперь нужно идти дальше, вы понимаете, на какой уровень вы выходите, какую роль вы будете проигрывать. И в конечном итоге все эти роли, они создают вас, да, то есть происходит некая такая шлифовка вашего характера через определенные роли, которые вы проигрываете в социуме, как внутри себя, так и вовне. То есть здесь очень глубокое было переосмысление. Либо если мы говорим в контексте эмоционального плана, то здесь многие из вас уже четко понимают, какую семью я хочу, да, либо каких отношений я бы хотела с человеком, на чем бы они базировались. Здесь очень был такой, знаете, прям вот пересмотр ценностей. Возможно, если для кого-то из вас раньше становление себя в социуме было важно, то в конечном итоге вы как будто бы пришли к пониманию того, что, может быть, материя-то она и важна, да, но смысл для вас какой, если, допустим, нету человека, с кем можно разделить вот эти вот все ваши победы. То есть здесь каждый как будто бы искал свои смыслы. Так, к чему же стремится ваша душа? Мы продолжаем эту тему рассматривать. Душа ваша стремится к накоплению силы, да, именно внутренние силы, понимание, что есть красота. То есть здесь были опять-таки, я не знаю, то ли вы всю свою жизнь анализировали, то ли вы этот год проанализировали и поняли для себя. Вот здесь ощущение того, что пришло понимание, что есть жизнь, да, что есть двойственность нашей жизни, как уметь замечать красоту в теневых каких-то аспектах и как не закрывать глаза на теневые аспекты, наоборот, при свете, да, когда свет высвечивает это. То есть умение принять и то, и другое. Не здесь вот, знаете, вот именно вот это вот состояние единства вашего внутреннего, оно приводит именно к внутренней красоте. Уметь замечать эту красоту вовне, но только после того, когда у вас пришло вот это вот принятие. Да, здесь кто-то очень много работал над принятием. И это дало вам над принятием себя такой, либо таким, каким вы являетесь. И это дало вам какую-то дополнительную порцию энергии, да, вот высвободился, вы почувствовали себя, возможно, активными. То, что я говорила ранее, что у вас есть усталость, вы это понимаете, да, что когда вы очень много работаете, и именно не просто работаете, а над какой-то идеей, вы становитесь одержимы этой идеей. То есть я хочу это получить. И в конечном итоге вы как будто бы опустошаете себя энергетически, и вы понимаете то, что смысл. Ради чего, да? То есть вот вы как будто бы идете к цели, и потом, когда вы уже к ней приблизились, вы как будто бы не умеете ей наслаждаться, потому что вы не понимаете, а для чего это вообще все было. То есть, знаете, вот иногда бывают такие мысли пролетают, а потом вы их либо отгоняете, либо не обращаете внимания, потому что после них вы можете разочаровываться. Поэтому здесь вот ваша душа стремится на самом деле к красоте, да? Ваша душа стремится именно к коммуникации. Очень важно, причем коммуникация не просто общение с людьми, а именно ваша душа хочет, чтобы вы научились разговаривать на языке вашего оппонента. То есть находить какие-то точки соприкосновения, находить какие-то общие ценности. Пускай убеждения у вас будут разные, но больше слушать других людей, да,
видеть их мотивы, понимать их мотивы, да, то есть не поверхностно, а уметь общаться, знаете, каким образом? Не додумывая за людей, не договаривая за людей, не придумывая ничего. И это у вас будет только тогда, когда вы как раз-таки сможете объединить внутри себя свой, какие-то свои светлые, да, моменты вашего характера и теневые аспекты. Вот когда вы находитесь именно в единении внутри себя, то есть вы понимаете, что, допустим, какие-то свои негативные качества характера, ну да, вздорный какой-то, сбалмошный у меня характер, да, я могу быть резкой, я могу быть там чрезмерным контролером, да, я могу быть холодной, я могу быть жесткой, то есть вы не отказываетесь от этого, вы принимаете, вы не можете пока это изменить, но вы открыто и честно себе говорите, что да, я могу себя проявлять, и вы это принимаете, точно так же, как вы принимаете свои положительные качества. Вот когда это внутри вас приходит, это дает вам некое спокойствие, вот это вот спокойствие, оно дает дополнительную порцию энергии для того, чтобы что-то могли строить. А что строить? Не в одиночку, конечно же, а именно с людьми, да, потому что именно люди вам и отражают ваши внутренние проекции. И здесь очень важно открыто говорить. Не можете выражать свои эмоции. Здесь сложности, трудности на самом деле с этим. Да? Учимся говорить открыто. Не видим в других людях сразу каких-то врагов. Да? То есть и люди просто так не притягиваются. Их поведение является реакцией на ваше поведение. То есть если человек как-то себя повел неадекватно с вами, он просто прореагировал на то, что вы ему транслировали. Вот здесь вот ваша душа хочет этого. Что еще хочет ваша душа? Ваша душа хочет любви. Вот в очередной раз здесь аркан влюбленных, он как раз-таки говорит о важности именно красоте любви, да, когда ты находишься в этом состоянии именно вот этой новизны, да, принятия того, что внутри тебя происходит, не разделение, что это вот хорошо и плохо, а именно принятие. Это все есть я. То есть не разделять на какие-то части. Здесь вот, во-первых, нужно внутри себя найти этот баланс, эту гармонию, эту любовь. И только после того, как вы ее внутри себя найдете, вы будете меняться. Меняться, и потом наступит момент, когда вы будете определяться. Вот в эпическом Таро двойка жезлов, она очень красиво изображена, как мужчина, который стоит перед столом и видит закрытую книгу. И суть этого аркана заключается в том, чтобы выбрать, в каком жанре ему писать книгу. И вот пока он думает и пока он выбирает, идеи, которые у него в голове рождаются, они уже уходят. То есть здесь суть говорит о том, что о данного аркана, что хватит думать, хватит принимать решения, начните уже действовать. То есть вы понимаете, что есть любовь. Есть ли готовность? Вот я хочу спросить, если да, есть у вас готовность. Есть у вас готовность и к новым отношениям, есть у вас готовность и к любви, и чувствам, но вы пока еще не совершаете. Вы еще пока не совершаете никаких действий, понимаете? То есть нету смысла просто быть благодарным, да, либо просто быть, ну, как-то вот мечтать о любви. Надо обязательно совершать какие-то действия. Что за действия от вас просит ваша душа? Здесь, знаете, здесь идут какие-то вот, даже я бы сказала, по аркану дьявола не искушения и не проверки, а здесь идет какая-то, знаете, вот созидательная такая энергия, которая поспособствовала бы вам какому-то сотрудничеству. То есть здесь вот это вот чувство любви, оно будет выражаться в новизне, да, через что-то новое, да, через какое-то творение, не обязательно это творение новых каких-то отношений, да, либо любви к себе. А вот здесь вот именно через сотрудничество, да, почему здесь акцент идет на коммуникацию? Здесь почему-то очень важно вашей душе научиться общаться с другими людьми, не разделять, да, на себя и на них, чтобы не было вот этого вот разделения, а именно сообща, именно вместе
что-то новое создавать. Почему? Потому что здесь возможно, либо если вы будете работать вместе в каком-то партнерстве, да, именно над творением, созданием чего-то, то есть не просто в каком-то коллективе находитесь, да, и делаете, ну, работаете на одной работе, нет, здесь должна быть какая-то общность, то есть вас должна объединять какая-то общая идея. Тогда вы сможете быть сплоченным, тогда вы и будете учиться коммуникации. То есть, допустим, я не знаю, опять-таки у меня всплывает в памяти сказка про трех поросят. Не знаю, почему не спрашиваете меня. Да, когда каждый поросенок создает свой дом, и перед искушением, да, этого волка это все рушится, и нет никакого толка. И только когда трое поросят, а здесь тройка сфер как раз-таки, они собираются вместе и вместе сообща строить, то есть общая цель именно построения дома, когда уже нету ты умная, я глупый, то есть нету вот этих вот разделений, да, когда одна общая цель. Здесь почему-то через... общность какую-то с кем-то во имя чего-то одного, да, то есть вы как будто бы забываете о своем эгоизме, да, точно так же, как и другие люди, и вам тогда легче общаться, потому что есть какая-то общая цель, которая выше вас. Вот здесь вот как-то так получилось у нас по первому варианту. Хотела маленький расклад, не знаю, маленький, наверное, не совсем получается. Вот, напишите, поделитесь. Позиция номер два. Зелененький камешек. К чему здесь стремится ваша душа на данный момент? Ваша душа стремится именно к принятию в себе вот этих вот качеств, знаете, когда вы преодолеваете свою какую-то беспомощность, когда вы наконец-таки сможете победить себя, свои какие-то страхи, свои какие-то рамки в голове, сможете победить вот это, знаете, ощущение «ничего не получается, я нахожусь в безвыходном положении». Вот в каком-то ступоре ваша задача сейчас, да, победить именно это состояние и пойти куда-то в новое. То есть здесь ощущение того, что вы как будто бы сами себя загнали в угол и не знаете, не видите какого-то решения. И вот ваша душа хочет сейчас, чтобы вы не то чтобы нашли решение, а возвысились над этой ситуацией, чтобы у вас вот ощущение, как будто вы знаете, какая-то клетка, но в этой клетке при этом открыта дверца. Вы это не видите. Вот ваша задача выйти из клетки через открытую дверь и понять, что вас там в этой клетке держало, да? Почему вы сами, хотя дверца была открыта, почему вы сами находились в этой клетке? То есть какая выгода для вас была? А выгода была та, что вы не хотели идти в новое. Неважно, боялись, либо какие-то были действительно объективные, либо субъективные причины, не суть. Просто вы не хотели идти в новое, может быть, были не готовы. Но вы находились в этой клетке. И сейчас душа хочет как раз-таки, чтобы вы ощутили вот этот вот вкус победы, да, что я смогла выйти, я могла себе позволить. Здесь ощущение того, что вы себе как будто бы в чем-то что-то запрещали, не разрешали. И вот здесь вот суть заключается даже не то, чтобы пойти в новое, хотя это был бы второй шаг, но первый шаг именно ощутить вот эту вот свободу, да, что я смог либо смогла победить самого себя, победить вот эти ограничения. Я смогла себе разрешить, либо смог себе разрешить что-либо. Здесь не важно, здесь вам важно и нужно получить какое-то вот внутреннее, самостоятельно как-то самоутвердиться за счет самого себя, то есть понять, что вы способны, понять самому, что вы умеете, что единственные преграды это были не внешние, а ваши внутренние, в вашей голове. Здесь, знаете, вот вам как будто бы нужно ощутить свой потенциал, что вы можете. И то, что у вас ничего не получалось, это просто потому, что вы не хотели. Да? То есть вы искали себе какие-то вот отговорки и специально себе запрещали
Если так интересно, да, вот некий такой самообман. У меня не получается, почему? Потому что, да, потому что я сам себе запрещаю, да. Неважно чего, то есть здесь какие-то ограничения вы сами себе ставили. Почему вы ставили? Ну, чтобы не пойти в новое. Да, чтобы не измениться. Вот вы не хотели меняться. Почему вы не хотели меняться? Вы не хотели вот как-то, знаете, вот этого вот обнуления. Здесь ощущение того, что какие-то чувства, какие-то воспоминания для вас, они были очень важны. И вот здесь вот была какая-то ситуация в прошлом, вы ее держали, она имела для вас какую-то ценность и продолжает иметь какую-то ценность, но при этом она держит вас в вашей голове, и вы не можете двинуться. Но и отпустить эту ситуацию у вас не то, что не получается, а вы не хотите. Потому что то, что вы ощущали тогда, это для вас очень дорогого стоит. Я не знаю, что это может быть. Знаете, какая-то вот связь с чем-то, с каким-то вашим источником. Этот источник может быть как чувствительный, эмоциональный. Это может быть что-то, что напоминает вам как-то о вашем детстве. А какой-то, вы знаете, чистоте. Может быть, здесь какая-то связь, может быть, с высшими силами. Но вот здесь что-то такое чистое и что-то такое невинное и очень-очень дорогое. Вот прям какая-то для вас драгоценность. И вы это не хотели отпускать. И вот здесь вот поэтому вы не хотели обнуляться, потому что здесь вот ваше понимание обнуления, это как будто бы вы забудете об этом. Но здесь речь не об этом. Отпустить прошлое, да, отпустить то, что вас держало, да, но вот это вот ценное, оно как будто бы должно присутствовать внутри вашего сердца через состояние. То есть вам не нужно вот эти вот мысли держать в голове, либо какие-то чувства, а достаточно вот это вот состояние его внутри себя ощущать, сделать какие-то выводы, которые вам были необходимы, и дальше двинуться, не нести груз. То есть у вас здесь как-то, знаете, вот вместе с этой чистотой есть еще какая-то грязь прилипла. То есть вместе с этим состоянием, как будто бы вот драгоценные камни, но они испачканные, они нечистые. И здесь вопрос стоит не в том, чтобы эти драгоценности с собой таскать, либо их почистить и таскать. Нет, потому что это все равно остаются камнями. Пускай драгоценными, но это камни. А здесь вам важно запомнить вот это вот ваше состояние радости, увидеть вот это вот прекрасное в этих камнях и впечатлить в своей памяти состояние именно, не вот этот груз, понимаете? Не знаю, насколько я объяснила понятно, но здесь у меня такая картинка идет. К чему стремится ваша душа еще? Во-первых, вы должны для себя определить дальнейший путь, да, дальнейшую цель, куда вы хотите идти, да, что вы хотите делать. Потому что просто так движение вы не совершите. То есть изначально вам как будто бы нужно обозначить для себя ориентиры, куда вы хотите пойти. Не куда вы хотите прийти, а направление, куда вы будете двигаться. Иначе здесь ощущение того, что вы метаетесь, мечетесь туда-сюда, и вы не получаете никакого результата, потому что у вас нету, ваша энергия, она как будто бы не сконцентрирована, знаете, как луч, не направлена куда-то. А она вот такая расплескивающаяся, да, то есть сегодня туда, завтра направо, потом назад. И вот как будто бы, знаете, это все как-то бессмысленно. И вот это вот вас кружит, 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 и вы вместо того, чтобы идти в каком-то направлении, вы наоборот отдаляетесь от себя. Вам нужно на цель какую-то поставить, неважно какая цель, абсолютно неважно. Главное, чтобы просто начать двигаться, потому что здесь ощущение того, что вы как будто бы ходите по кругу, одно и то же и одно и то же, только потому что у вас нету смысла того, ради чего вы это все делаете. И вот вы как будто бы ходите, когда вы ходите, вы наоборот отдаляетесь от центра.
отдаляетесь от самого себя. И здесь вам говорят, поставь любую цель, абсолютно неважно какую, и начни действие. И вот эти вот действия, они тогда не будут отдалять себя от себя, они наоборот будут тебя продвигать, потому что будут происходить какие-то корректировочные ситуации, которые будут выравнивать тебя на твоем пути. А пока ты не сконцентрирован, тебя будет туда-сюда мотать, и ты будешь как будто бы заложником, да, условно говоря, своей судьбы. То есть ты не будешь понимать, ты не сможешь складывать дважды два, четыре. Тебе не будет понятно, тебе будет казаться, что какие-то разрозненные ситуации в твоей жизни происходят. Вот как это так? К чему еще стремится ваша душа? Гармонии, да, причем, знаете, гармонии не столь даже внутри вас, сколько вот именно такого гармонии. Вот вам ощущение того, что не хватает спокойствия. Изначально я говорила ощутить себя победителем, вот именно самоутвердиться, да, чтобы ваша самооценка повысилась. Чтобы она повысилась, вам нужно ощутить себя спокойным, ощутить себя в центре себя, центрированным. Чтобы не было такого, что вот как флюгер, да, влияние других людей, оно меняло ваше направление. Здесь ощущение того, что вот поскольку вы себя не знаете, у вас нету этой центра опоры на себя, вы начинаете идти по дороге, здесь какое-то влияние, давление, здесь какая-то критика, мнение. И вы начинаете сомневаться, то к умным, то к красивым, то я не знаю еще каким-то куда идти. А вам не надо никому идти, вам надо идти своей дорогой, да, то есть свою, то есть на вас не должна, вас будет провоцировать, а это не должно на вас никак влиять. То есть когда у вас есть внутренний стержень, опора на себя, это значит понимание, что я хочу, куда цель, куда я хочу прийти, неважно на какой период. Вы можете потом траекторию изменить, но главное начать, и чтобы вас никто с пути вашего не сбивал, хотя такие вот проверки будут. И тогда у вас будет гармония, спокойствие. А так вы выбираете какое-то направление, начинаете идти, а у вас нет опоры на себя. То есть то, что вы выбрали, вам это не столь важно, вам это не столь ценно, и поэтому вас мотает туда-сюда. Да, здесь вот вопрос как раз-таки про опору некую, про перемены. То есть вы не начинаете каких-то перемен, в вашей жизни не происходит этих перемен, а их хочет ваша душа, только по той причине, что вы еще внутри себя не определили с того, что вы хотите. Здесь вам нужно понять, знаете, вот возможно вы хотите для начала, да, как-то вот определиться, я хочу понять, какого результата я получу для того, чтобы выстроить как-то свой вектор направления, да, чтобы выбрать путь. А вам здесь говорят как раз-таки о том, что ты никогда не знаешь, нету гарантии, ты никогда не узнаешь, к чему тебя приведет тот или иной выбранный тобою путь до тех пор, пока ты не начнешь шагать. И каждый раз, когда ты шагаешь, каждый раз это будет приводить тебя абсолютно в разные точки. Почему? Потому что каждый новый шаг, он дает новый вариант того, куда ты можешь прийти, да, завершение. Это как книга, ты начинаешь ее читать, и ты не знаешь, чем закончится эта история, и когда она закончится, и закончится ли она, да, может быть, там выйдет и вторая, и третья, и пятая часть, и на какой странице это все закончится. Вот ты этого не знаешь. Поэтому ваша душа просто хочет, чтобы вы двигались, потому что здесь есть опять-таки подтверждение другой колоды. Одна другая подтверждает, что у вас есть в уме ваши ограничения. И вам их нужно просто понять, да, что все то, что вас ограничивает, это есть только лишь в вашем уме и в вашем мозге, да, в вашей голове. И вам нужно понять, что вот эти вот ограничения, они вас пугают, да. Но и они вас поэтому останавливают от перемен. И пока вы прокручиваете вот эти все свои сценарии в своей голове, вы спите, а во внешнем мире происходят какие-то очень интересные ситуации, да, и вы их теряете.
То есть вы теряете очень много шансов просто потому, что вы находитесь много в своей голове, в своей неопределенности, в своей какой-то суете. Вот. И пока вы спите внутри себя вот в этих своих размышлениях, да, и ужастиках, когда сами себе пугаете, во внешнем мире происходят очень интересные вещи, которые вы пропускаете. Вот. Ну, такая была вторая позиция. Мы с вами переходим к позиции номер 3 и красненькому камешку. Троечки, давайте посмотрим, к чему стремится ваша душа. Ваша душа реально стремится к движению. К движению какого-то застоя, к движению какому-то завершению. Вы уже устали. Вот здесь вот устали что-то анализировать, вспоминать как-то свои прошлые неудачи. Вы уже устали закрываться от других людей. У вас уже нет желания никуда двигаться. Аркан Колесничего здесь говорит, что, знаете, хочется совершить уже какой-то прорыв. Потому что вот эти вот трансформации, которые у вас происходят, изменения, перемены, они вас уже достали. Вас уже абсолютно все достало, все, что связано с прошлым. Вы уже хотите двигаться. Вы реально хотите двигаться. Ну, по крайней мере, ваша душа. Она уже устала от того, что ваш ум постоянно командует. Все его что-то не удовлетворяет, эгоизм управляет вами. Здесь вы уже устали от своего какого-то, знаете, такого достаточно жесткого, деспотичного мировосприятия. То есть здесь уже хочется, знаете, каких-то новых концепций, каких-то новых взглядов на жизнь. Вот реально хочется какой-то прорыв, чтобы что-то произошло, да, как будто бы какой-то взрыв. И этот взрыв, вот эта вот новая волна вас выбросила, да, и вы как будто бы стали заново смотреть на мир абсолютно иначе. То есть ваша душа хочет, чтобы вы вышли вот из этого состояния какой-то вот нищеты, да, нуждающегося человека, чтобы вы наконец-таки перестали видеть себя таким человеком, чтобы вы увидели, что у вас уже все есть, и то, что вы просите, вам это абсолютно не нужно, по той причине, что это уже у вас есть, но вы почему-то этого не видите. Ваша душа стремится как раз-таки к тому, чтобы вы вышли из своего вот этого вот ожидания. Чего вы так ожидаете? Вот вы знаете, вы ожидаете, когда какая-то задача, да, либо ну, произойдет какое-то решение, да, что вот какая-то ситуация, она распутается, да, либо вам кто-то поможет ее распутать, либо вы как будто бы долгое время ждете решения этой ситуации. Что это за ситуация такая? Ну и здесь вот колесничий, когда уже произойдет какой-то прорыв, да? А куда же вы так прорываетесь там? Здесь вот именно профессиональная сфера. Вы очень много учитесь. Очень много учитесь. Очень много внутри себя как-то боретесь, сопротивляетесь. Вот вы хотите чего-то нового. Как ни крути, ни верти, вот здесь вот у вас есть желание обновления, желание пойти вот какие-то новые горизонты, да, то есть уже в конце концов найти применение своим каким-то навыкам. Причем вы хотите это сделать по-новому, да. То есть вы не просто хотите применить то, что вы знаете и умеете, а придумать что-то такое, чтобы вас это наполняло эмоционально. Здесь уже, знаете, вот вы как будто бы созрели до состояния творения. Вот вы хотите творить свой мир. Вы уже устали быть, знаете, вот как-то в войне со своим
умом, да, со своим эго. Вот вы постоянно боретесь со своим эго. Значит, ваш мозг, он все оценивает, он все говорит, недостаточно знаешь, недостаточно умеешь, там еще что-то, надо еще подождать, это у тебя не получится, может быть, будут лучшие времена, когда мы сможем все это разрулить, да, давай проанализируем. Вот вы, вот это вот все, да, оно как будто бы вас уже достало. И вы уже хотите, не знаю, как будто бы каких-то возможностей ищете, чтобы как-то укротить свои страхи, укротить вот эти свои инстинкты, укротить то, что находится у вас в голове, то есть найти какой-то порядок и уже начать делать. Вот здесь, вот знаете, такое ощущение, что все, хватит, я уже устала бояться, я уже устала сомневаться, я уже устал. Либо устала постоянно находиться в какой-то борьбе, в каких-то ожиданиях в своей голове. И в конечном итоге вот эта вот ваша нищета нуждающегося, да, вот это состояние нуждающего человека, что мне нужно еще что-то, она вас уже достала, самих вас уже достала. Вы уже дошли до какого-то такого предела, когда хочется уже все на все плюнуть и начать делать, да, начать творить уже свою реальность. Вас уже достала вот эта вот иллюзия, в которой вы постоянно живете. Вы хотите уже какой-то, знаете, стабильности, хотите уже результатов своих трудов. Но самое интересное, что, а что вы сделали, да? То есть мне хочется спросить, а над чем вы трудились? Потому что здесь вот все карты показывают о том, что вы как будто бы трудились, но только в своей голове. А по факту какие-то действия совершали ли вы, чтобы получить какой-то результат? Здесь по факту, да, вещи происходят, как это, не все так, как кажется, да, как в том анекдоте, дорогая, это не то, что ты думаешь, вот это вот, вот это вот ваша ситуация, здесь понимаете, как получается, вы не хотите, иллюзия в чем заключается, вы не хотите легких решений, да, в ситуации. Почему? Потому что когда противник слабее вас, вы не чувствуете удовлетворения, даже если вы его победите, потому что вы изначально знаете, что он слабый. А для того, чтобы победить сильного, условно говоря, противника, задача, ситуация, неважно, что вы ставите, у вас как будто бы не хватает способностей, да, это вам так кажется, не хватает каких-то навыков. Вы как будто бы не знаете, либо не хватает каких-то инструментов, но на самом деле это не так. У вас есть все необходимые вами инструменты, но вы почему-то ищете какие-то сложные пути для реализации, поэтому вы очень много проводите времени в голове. И ваша душа хочет от вас того, чтобы вы начали уже просто двигаться, чтобы вы совершили этот прорыв, чтобы вы прекратили сами себя обманывать, да, выбирая какие-то сложные пути. Уже не важно, сложные он не, либо легкий, просто уже начните делать, чтобы увидеть какие-то, получать каких-то результатов. Вы уже заросли. Заросли, вспомнила, отсылка, ассоциация, да, к интимным местам. То есть здесь такое ощущение, может быть, у кого-то из вас давно не было тоже секса. Вот, уже, кажется, все заросла, уже все атрофировалось, да, то есть мышцы, единственные, которые работают, так это только в голове. А физически здесь уже вот ощущение того, что, знаете, как этот, занимаемся спортом, потом отдыхаем, там, я не знаю, неделю, месяц, и начинаешь, снова возобновляешь тренировки, и вот начинается вот эта вот ломота в теле, и ты понимаешь, что, блин, какой-то маленький период, неделя, месяц всего лишь не позанимался, и вот уже все атрофировалось. Вот здесь вот как будто бы так, хватит вам уже бездействовать, то есть ваша душа просит начать каких-то действий, хватит уже балансировать, как-то говорить себе, что вот я найду баланс между там умом и действиями и все такое. Нет, здесь вам говорят о том, что вам нужно включить какое-то, знаете, вот именно любопытство, интерес, начать это делать. То есть вам не хватает вот этих вот качеств, чтобы включиться, чтобы совершить прорыв. То есть посмотреть на жизнь иначе, с интересом. Вот вам не хватает как будто бы интереса. Вы уже все здесь знаете, абсолютно. У вас здесь, вам уже как будто бы надо вести людей за собой, да, вам надо уже передавать знания, вам нужно уже передавать какой-то опыт, да, вам уже нужно здесь активничать, быть на виду, а вы все вот там где-то,
чтобы, не дай бог, вас кто-то не увидел. Все фигурные арканы у меня тут выпадают. Вам уже все, нужно оставлять вот эти вот ваши книги, которые вы там писали, рисовали, или вы еще что-то делали, изучали, читали. Уже все, хватит. Все, что выучили, все, что узнали, идите дальше. Вот здесь вот все карты говорят о том, что вот вы еще, есть вот это ощущение, недостаточно знаю. Все, вы уже настолько много знаете, да, что на самом деле от своих знаний вы уже... вот это, знаете, плеснеете, гнить начинаете от своих собственных знаний, потому что вы их не обновляете. А места нету, куда новые знания, если вы не высвободите, не поделитесь своими знаниями с кем-то другим. Да? Здесь вот вам нужно просто понимать, что вот эти вот желания, которые есть внутри вас, да, вот эта вот божественная искра, ее задача передавать. Да, то есть не держать в себе вот эти все желания, да, которые у вас есть, а делиться идеями, делиться этими знаниями. Иначе вы сгорите изнутри. Выйти из состояния вот этой вот умеренности, да. Перестать быть принимающей. Вот знаете, есть такое ощущение, вот я все принимаю. Она такая мягкая. Это не ваша природа. Вы не такие. Здесь огненные личности проходят, да? То есть прекратите вот здесь вот по луне, да, иллюзии, прекратите смотреть очень узко. Какое-то, знаете, вот такое вот туннельное видение, когда я только вот точечно смотрю в одно место, а вам говорят, смотрите шире, берите масштабнее, да? То есть вы уже настолько выросли в масштабах, что здесь уже ощущение того, что не только вы переросли все свое окружение, а вы уже переросли давным-давно самого себя. Только вы почему-то этого не видите. Потому что вы уже сами с собой воюете на этот счет. Не видите почему? Да потому что не хотите завершать. Не хотите идти в новое. Потому что больно, потому что когда-то ранили, и боитесь, вы сами себя защищаете. Да, вот я сказала, больно, да, вы защищаете себя от критики, от каких-то болезненных, может быть, проявлений других людей в вашу сторону. Вы это никогда не узнаете до тех пор, пока не начнете действовать. А то, что у вас было в прошлом, не надо это проецировать на будущее. То есть, если это было у вас в прошлом, кто-то вас ранил... И здесь дело в том, что раньше вас ранили, потому что вы не знали. Потом вы закрыли, все это проанализировали, вы сделали уже выводы. И вам нужно идти дальше. А вам кажется, что если вы дальше пойдете, вас опять будут ранить. Но вы уже сделали выводы из прошлого. И ситуация повторно может случиться только при условии того, что вы не делали никакие выводы из вашего прошлого. Вы их уже сделали, вы выросли, и вы уже сможете в любой момент сами себя защитить, если это понадобится. То есть вы уже не будете ощущать себя, знаете, человеком использованным, что вами кто-то пользуется, да, вас может кто-то критиковать. Вы уже сумеете за себя постоять. Вот это вот единственная какая-то ваша рана болезненная, она не дает вам двигаться дальше. То есть вы, ну, вот это вот вас останавливает. Страх какой-то боли. Но эта боль, она была раньше, и она была только потому, что вы не знали. Потом вас специально обучили. Вы поняли, а здесь вы поняли точно, потому что вы очень много работали над этой ситуацией, и надо ее теперь, то есть вы сделали выводы, идите дальше. Если даже эта ситуация аналогичная повторится, у вас уже есть выработанный иммунитет, да, если так можно сказать, на эту ситуацию, и вы уже сможете себя защитить. Не надо бояться, что вы снова будете какой-то вот беззащитный. Здесь вот... Ну, ощущение того, что ваша душа уже хочет, чтобы вы совершили какой-то прорыв, да, чтобы вы уже двинулись. Вот такая вот у нас с вами была третья позиция «Красные камешек». Я благодарю вас за ваши комментарии, лайки, дизлайки. На следующей неделе я буду проводить пятничную акцию. Если у вас есть вопрос, вы можете... прийти ко мне на бесплатную акцию, задать мне один вопрос, я в течение 10 минут вам отвечу. Вся информация об этом есть в описании к любому моему раскладу. Все мои контакты также и все мои услуги. А я с вами прощаюсь. До новых раскладов. Пока-пока.